Всем привет, друзья. Вот и настал тот день. Это первый день начала ремонта. Начнем. Уже весна, надо потихоньку приступать. Так, сегодня у нас демонтаж полов будет. Я вот чуть-чуть начал. Здесь, короче, плитку эту старую сдираем и выносим. Потом что надо еще сегодня постараться успеть. Потом вот этот пеноплекс, который обшивали, его тоже надо аккуратненько снять, чтобы не повредить, потому что он тоже еще пригодится. Получается, вот это надо, сторона вот это все снимать. И с этой стороны тоже. Так что вот так. Ну а когда это все снимется, будет разбираться крыша. Короче, вот эту надо пристроечку нам вообще убрать, снести. И здесь тоже где-то до половины будет убираться все. Так что я сейчас здесь эту плитку все отдолблю, почищу вот этот мусор. Пока вот такое задание. Задание, сам себе задание дал. Так что буду выполнять это задание. Это кажется, что легко. Ладно, приступим. Меньше разговоров, больше дела. Вот берем вот такую мощную кувалду и долбасим. Оно как бы цемент не мощный, как на глине или на чем. Так что разбивается все нормально. Потом берем ведро и вот это все складываем и выносим потихоньку. Готовим рабочую площадку под ремонт, под заливочку. Это все будет потом. Да, еще работы вообще километр. Никто даже представить, даже я не могу, сколько еще работы. Так что все, сейчас я вот это отдолбаю, а дальше покажу. Все получается, здесь я полностью все выдолбил. Здесь земля. Здесь у нас канализация идет. Это все будет переделываться. Это у меня музычка. Музычку я включать не буду. Авторские права. Так, ну у нас здесь пока такая. В резинка, короче, стоит. Так, что у нас там на улице со стенами? Здесь все я поснимал, этот пеноплекс, эти все крепления. Получается, что здесь? Здесь вот тоже до половины все поснимал. Крепил хорошо, еле это все отодрал. Пеноплекс этот, который поснимал, его выкидывать не будем. Потому что он пригодится, когда будем полы заливать. На полы его будем стелить. Полы теплее было, теплые полы будут, короче. Это так и будет. Так, короче, вот это все сделал. Теперь надо вот это все, что собирал, опять все разбирать, потому что вот эта нам стена тоже нам будет нужна. Вот где-то вот подсюда вот это все квадрат надо будет снять, потому что здесь будет тоже строиться все. Ну вот как-то так, что еще? Потихоньку, еще зима, правда. Холодно, снег лежит. Ну, потихоньку такие дела делаем, которые можно сейчас, в данный момент, в холодные деньки делать. Так что делаем. Потому что работы много очень.
и надо хотя бы потихонечку это все делать. Ладно, буду вот здесь сейчас. Короче, вот этот еще надо. Вот сразу мусор за собой весь убираю в пакеты этот. Остатки пены, пеноплекса. Все в пакеты, чтобы меньше мусора, потому что мусора это будет много, это все будет сноситься, эти все стены. Ладно, буду сейчас вот это все разбирать, этот пеноплекс снимать. А потом уже это покажу, что да как. Ладно, приступим. Ну вот, получается, я здесь тоже все поснимал. Вот отсюда будет новая стена. Примерно. Обрезал пеноплекс. Это все сняли. Вот эти пока не буду убирать крепление для профиля. Потому что эта стенка может быть гипсокартоном, уже внутри будет обшиваться. Так что пока пусть висят. Потому что стена тоже не сильно ровная такая. Вот и все. Весна, все тает уже, лужи. К обеду разогрело солнце все. Но уже весна более-менее чувствуется. Так что вот. Все это поснимал. Ну а дальше посмотрим, что дальше будем делать. Сейчас надо дождаться, чтобы это все растаяло. Тут грязь вот эта. Крышу пока не буду убирать. Это стены тоже будут все сноситься. Это все будет, короче, вот эта пристройка, вот это вся будет сноситься. Вот это тоже надо будет крышу убирать, вот, подсюда. И все, мы это все уберем. И будем заливать здесь уже опалубку. Ну, бетонировать как. Бетон будем заливать. Она чуть шире будет, комнатка, потому что это узкая, решили это снести. Это не пойдет, она уже все старая, все трескается. Так что еще работы очень много. Это кажется так. Ну, ничего, глаза боятся, руки делают. Куда девать арматуру и вот эти балки 6-метровые. Ну, я придумал уже, я уже начал. Короче, собачка, привет. Привет, привет. Короче, для этого понадобится телега. И буду вывозить вот здесь снег. Вычищу, чтобы здесь быстрее растаяло. И потом вот эти палки, которые там лежат, ну, доски, будем уже складывать сюда. Вот по заборчику, чтобы они и места много не занимали, потому что огород тоже надо садить. И там, чтобы не мешались. Так что берем лопату и вывозим это. Хотя бы вот это пространство, на которое я начал. Снег уже подмерзший. Сверху. Опа. Ну, это так на тележку грузим. Вон она уже. Полулед, полуснег. И все, и вот сюда. И туда за двор вывозим. И во дворе меньше воды будет. А там по канаве все убежит. Растает. Ну, блин, 6 метров тоже чистить. Это получается до конца того забора. Снега тоже много надо вывести. Так что вот так. Все, получается, тачку я поставил уже на прокачку в гараж.
Что интересно, хотели же здесь снег вывозить. Начал снег же вывозить. Увидел там кусты, там же растет этот крыжовник. Не стал туда, сейчас повредишь его. Ягоды вообще никакой не будет. Начал потом здесь чистить. Потом супруга выходит, говорит, не надо здесь чистить. Мы же решили вот здесь все почистить. Короче, вот здесь все убрали, вот это наверх. Ой, скользко, капец, гололед. И, короче, вот сюда это все складем. Те 6-метровые балочки аккуратненько. Это все подтает. Сейчас на следующей неделе уже плюсы пойдут, так что это нормально. И вот сюда это все складем. А огород я вывозил, но все равно прикольно снег с огорода вывозить. Тачка вообще, когда новая машина, это вообще супер. И вот, короче, так. И все. Что у нас? Итого. Стены мы, пеноплекс этот сняли. Сейчас это все потает. Вот это все тоже туда переместится. Здесь место все это освободится, получается. Потом, ладно. Потом надо вот эту всю дорожку, которая забетонирована, это все тоже сносить. Как бы убирать вот эту опалубку, тоже сносить. Вот эти я гребенки для профилей оставил, потому что стена неровная. Может, я уже и говорил, но я повторюсь. И будет это обшиваться гипсокартоном. Это уже будет как бы комната, чтобы все ровненько было. Потому что штукатурить тоже это. Зачем? Если уже все готово, профиля прикрутить, гипсокартон накрутить, и все выровнять, зашпаклевать, и все будет ровненько. Так что вот так. Так что это видео я закончу. На этом моменте, чтобы увидеть дальше, что будет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я не знаю, YouTube, может, и закрою там. Никто ничего не знает. Ну, если что, Инстаграм есть. А, Инстаграм тоже могут закрыть. Ну, я добавлю, если не забуду, ссылочку на Телеграм. Тоже туда переходите, чтобы связь не потерять. Ну, как-то так. Ладненько. До новых встреч. Всем пока. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не прощаемся. Пока-пока.